сегодняшнее видео будет посвящено сливовице или сливовому бренди. Это вторая часть видео. Первая часть видео, как приготовить брагу, есть на моем канале. И если вы его не смотрели, ссылку на это видео я размещу в описании. Ну и, собственно говоря, мы имеем две браги. Одну я делал из сливового пюре с добавлением сахара на культурных дрожжах. Вторую я делал из то же самое сливового пюре без добавления сахара на диких дрожжах. Первая брага на культурных дрожжах отыграла у нас за 12 дней. Брага на диких дрожжах бродила месяц и неделю, то есть 5 недель. И вот только-только-только закончилось брожение. Сейчас эти браги будем перегонять. Ну и, собственно говоря, я в этом видео покажу выход готового продукта из браги на культурных дрожжах и из браги на диких дрожжах. Также сравним вкусовые качества. Вот несколько слов о перегонке. Многие предпочитают двойную, дробную перегонку. Я недавно делал грушевый бренди, отступил от своего правила, сделал двойную перегонку. Результат мне не понравился. Поэтому опять-таки буду делать одну перегонку, классическую дистилляцию с использованием... Единственное, что я буду использовать, это дефлегматор. То есть у меня будет пустая царга, дефлегматор и холодильник. Перегонять я буду очень медленно, об этом подробнее расскажу. Сейчас первое, что нам надо сделать, это отделить брагу от мезги. Если у вас есть паровой котел, то, конечно, лучше делать дистилляцию вместе с мезгой. Продукт будет ароматней. У меня нет парового котла, у меня обычный куб с теном. И если туда попадает мезга, то... Но она подгорает, это портит вкус конечного продукта, портит ароматику, ну, в общем, портит все. По поводу перегонки. Да, почему я все-таки не сторонник двойной дробной перегонки? В первую очередь, особенно фруктовых и виноградных брак, в первую очередь очень сильно теряется органолептика. Во вторую очередь, я все-таки считаю, что классический продукт делался тот продукт, который, ну, изначально, когда там в сельской местности, в сельских условиях, в условиях отсутствия вот таких вот аппаратов, все-таки делалась обычная дистилляция. Дистилляция одна перегонка. Конечно, можно делать и по известному методу Габриэля, который сейчас очень сильно обсуждается, избавляться от изопропиловых спиртов, избавляться методом двойной, тройной перегонки, ректификации, избавляться от всех примесей, от всех ацетонов, от всех альдегидов и так далее. Но как бы, да, мы получим чистый продукт, но мы получим чистую водку в результате. То есть мы не получим сливовицу или чачу или грушевый бренди. Мое личное имхо, хотите, соглашайтесь со мной, хотите, нет. Я считаю, что дистилляция должна быть одна. Одноступенчатая, но должна быть очень медленная. Но об этом позже. Сейчас мы отцедим брагу от мезги. Для этого я использую вот часть от виноградного пресса, без самого пресса. Очень удобно ее использовать. Сюда вкладываю в качестве фильтра у меня обычный мешок для картошки. Естественно, картошки в нем никогда не было. Я его вот так вот одеваю и начинаю фильтровать. Вот такая вот у нас брага прекрасная. Шкурки от сливы плавают. Как видите, это все надо отфильтровать. Я сразу же отфильтрую обе браги. Первая это у меня на культурных дрожжах. Я ее фильтрую сразу же в куб. Вторую отфильтрую в промежуточную емкость. Чтобы два раза не разводиться с этим фильтром, не мыть его. Вот. И так далее. Сейчас посмотрим, сколько у нас браги получится. То есть здесь было 25 литров изначально, но в силу того, что я делал просто сливовое пюре, самой браги получится, естественно, меньше. То есть я рассчитываю, что браги получится литров 20, наверное. Ну, вот сейчас, друзья, отфильтрую первую на культурных дрожжах и вернусь к вам. Блин, запах такой классный. Вообще пахнет волшебно, интересно попробовать.
на вкус, конечно, не очень. Она выбродила насухо. Вот, реально, реально насухо, сахара вообще нету. Кстати, я сейчас подготовлю замер сахара, посмотрим еще по замеру. Но запах просто отменный. Думаю, что продукт получится очень классный. Пока брага фильтруется, я подготовил замер сахара. Вот, 0, как видите. Опускаем сахарометр. И он погружается. То есть сахар 0. Брага выбродила полностью. И очень часто спрашивают, я предпочитаю фруктовые браги оставлять бродить на месяц. То есть не торопиться, когда на 3 недели, на месяц, в зависимости от того, сколько у меня браги и занят я чем-то или нет. Но вот это вот у меня стояло месяц и неделю, то есть 5 недель. И многие спрашивают, а не испортится ли брага, не скиснет? Да нет, друзья, мне такое количество спирта, я вот пригубил ее, сделал глоточек, чувствую, она реально очень крепкая сейчас уже. Поэтому считаю, что в приготовлении, особенно фруктовых напитков, в приготовлении виски торопиться никогда не стоит. Надо дать браге выбродить насухо, чтобы сахара в ней не осталось вообще. И чтобы отработали все дрожжи. Тогда мы получим и меньше дрожжей в браге, и максимально выработаем весь сахар. В общем, одни преимущества, на мой взгляд. Итак, заканчивает фильтроваться первая брага. Приступим к фильтрованию второй. Вторая пахнет еще вкуснее. Ну, это и не мудрено, что это пахнет вкуснее. Она на диких дрожжах. Она без добавления сахара. Интересно, какая она на вкус. Тоже выбродила насухо, это 100%. И на вкус это сейчас хорошее сливовое вино. Отфильтруем вторую брагу, промежуточную емкость. И, собственно говоря, после этого приступим к перегонке первой. Не буду вас утомлять процессом переливания, но займусь этим самостоятельно. У обоих видов браги после фильтрации у меня получилось по 20 литров готовой. То есть у меня было 25 литров вместе с мякотью. Без мякоти у меня получилось по 20 литров. Вот здесь мерная шкала есть, видно, по 20 литров готовой к перегонке браги. Еще один полезный совет, если вы имеете дело с фруктовыми или зерновыми брагами, и у вас есть такая возможность, после того, как вы отфильтровали брагу, оставьте ее в промежуточной емкости на ночь, чтобы осели все остатки дрожжей, осела вся муть, а потом уже аккуратненько слейте в куб. У меня с первой брагой такой возможности не было, но поверьте, я так часто делаю, результат получается значительно лучше, ощутимо лучше. Во-первых, в браге остатки умерших дрожжей, они совершенно не нужны при перегонке. Ну и, собственно говоря, мне кажется, что так брага получается более чистая, она осветляется, многие даже специально осветляют брагу. И, друзья, приступим к перегонке первой браги на культурных дрожжах. Здесь в кубе у нас 20 литров браги, собственно говоря, все у меня подключено, осталось включить нагрев. Включаем нагрев на максимум. У меня регулируется нагрев, мощность стендов регулируется напряжением, то есть количество вольт. Сейчас я установил 220 вольт, и до того, как температура внутри куба достигнет 86 градусов, я нагреваю с максимальным нагревом. После этого я буду нагрев уменьшать, расскажу для чего. То есть включили нагрев и ждем, пока температура в кубе достигнет 86 градусов. Температура в кубе достигла 88 градусов. Минуты две назад я практически в половину уменьшил нагрев. Сейчас я грею напряжением 140 градусов. Потому что если этого не сделать, то инерция тенны велика. Если начать уменьшать нагрев при температуре 88 градусов, то мы проскочим температуру кипения спирта.
А температуру кипения спирта мы измеряем вторым градусником, вторым термометром в дефлегматоре. И мы получим вместе с головами выброс пищевой фракции, что совершенно нежелательно. Нам надо очень четко отобрать именно головы. Поэтому, когда температура в кубе подходит к 88 градусам, заранее, то есть при 86, к примеру, сильно уменьшаем нагрев. Для того, чтобы к 88 градусам подойти с очень медленным, плавным нагревом. И вот сейчас как бы 88, 88,1, где-то 88,5, 89 начнут первые головные фракции, так сказать, конденсироваться, и начнем покапельный отбор голов. Температура в царге достигла 72,7 градусов. Это верхний термометр, установленный перед дефлегматором. Так как температура кипения головных фракций начинается от 73 градусов, то на этом этапе мы можем видеть, что мы получаем первые капли головных фракций. Теперь, друзья, по поводу нагрева. Наша задача, при том, что мы делаем дистилляцию одноэтапную, то есть не двойную, а просто одинарную дистилляцию, сделать ее максимально точно, чтобы получить чистый продукт. Нам надо отрегулировать температуру таким образом, чтобы она у нас сейчас повышалась не больше 1 градуса в час. Чтобы продукт, вот головы у нас выходили очень медленно. На этом этапе нельзя поднять температуру. То есть я сейчас установил напряжение, подаваемое на ТЭН, 135 вольт. И вот при таком низком напряжении у меня как раз и получается где-то в районе 1 градуса в час. И вот таким вот образом, вот так вот покапельно, медленно, я буду отбирать 150 грамм головных фракций. Этого будет достаточно, но после этого проверю еще на запах, на органолептику, не останется ли запаха ацетона. Если запаха не почувствуем, значит, можно будет приступать к отбору пищевой фракции. Итак, до встречи, где-то минут через 40, через 50 у меня отберется 150 грамм голов, друзья. Отобрал я почти 200 миллилитров голов. Вот, проверим их на органолептику, берем на палец, вот так вот растираем и нюхаем. Ацетоном не пахнет, пахнет чачей. Значит, можно переходить к отбору пищевой фракции. Переставляю отбор сюда, померяем спиртуозность наших голов. Восемьдесят два градуса спиртуозности. Отлично, я считаю, отличный результат. Теперь можно немножко увеличить нагрев из расчета, чтобы температура у нас поднималась на 2 градуса в час. Вот. И отбираем тело. Я буду отбирать до спиртуозности в струе где-то 30 градусов спиртуозности, да. Потом хвосты уже отберу, как бы для какого-то следующего перегона добавлю их. То есть вот тело отбираем сейчас от 82 до 30 пищевую фракцию. Ну что ж, друзья, медленно, главное не торопиться. Не торопиться, потому что вот при одинарной дистилляции, скажем так, спешка, совершенно нам не нужна. Поэтому, как только отберем тело, покажу, сколько получилось, замерю общую спиртуозность, уже смешанной пищевой фракции, и перейдем к перегону второго контрольного образца, который у нас был. Так, первый мы делаем на культурных дрожжах с сахаром, второй у нас на диких дрожжах. Ну вот, друзья, спиртуозная струя опустилась до 30 градусов, до 30% спирта. Здесь у нас литр и здесь 3 литра. Сейчас я все перемешаю, померяем общую спиртуозность. В общем и целом получилось где-то около 4 литров дистиллята спиртуозностью 60 градусов. Сейчас поверну так, чтобы было видно спиртометр. Не очень. Я тщательно перемешал обе баночки. Вот. 60 градусов спиртуозности. И вот наш результат. Это была брага на культурных дрожжах с добавлением 3 килограммов сахара.
Ну, собственно говоря, теперь ее надо разбавить до пищевой крепости. Это 40 градусов. Я буду эту сливовицу выдерживать в дубовой бочке, поэтому я буду разбавлять до 50 градусов, так как за год крепость упадет значительно, ну вот упадет где-то на 10 градусов, поэтому буду разбавлять до 50. Завтра с утра ее разбавлю и будем готовить к перегонке вторую нашу емкость, там, где у нас была слива на диких дрожжах. Вот это вот. Тут тоже 20 литров браги. Перегоним ее завтра на этом же аппарате и сравним результат. Собственно говоря, я разбавлю обе фракции и расскажу. Ну, во-первых, покажу, что у нас получится со второй браги. А во-вторых, расскажу по вкусовым качествам, что у нас получилось. Ну, мне самому интересно. Ну, реально, здесь у меня продукта получилось много. Я сам очень доволен. 4 литра 60-градусного дистиллята. Это отличный результат, друзья. В общем, я готовлю куб, завтра перегоняем брагу на диких дрожжах. Ну что ж, дорогие друзья, приступим ко второй стадии нашего эксперимента. Сейчас у нас получается сливовая брага на диких дрожжах без добавления сахара. По запаху реально вкусное сливовое вино. Так, я его боюсь переливать сразу, немножко отщелкну. Помещаем брагу. Куб. Брага осела, то есть вчера она была мутная, сегодня она вот такая вот уже, причем такого красного винного цвета. Пахнет, конечно, очень вкусно, значительно вкуснее, чем та, которая была на культурных дрожжах с сахаром. Я думаю, и продукт получится значительно вкуснее, но его получится меньше. Друзья, я перелью ее всю в куб. Перелил я брагу. Можем собрать аппарат и начинать перегонку. В общем, собирать его буду чуть попозже. Проакцентировать хочу внимание на том, что я говорил, что хорошо бы, если бы брага отстоялась. Вот видите, здесь у меня осадок остался. Это реально остатки жизнедеятельности дрожжей. И вот когда она отстоялась, очень хорошо, что эти остатки не попали у нас в куб. Почему? Потому что они испортят органолептику, испортят запах готового продукта. Перегоняем точно так же. Сейчас я включу куб на разогрев до 86 градусов. Температура именно в кубе. Нагреваю его до 86, потом нагрев уменьшаю до минимума, для того, чтобы отобрать головы. При этом температура в дефлегматоре, у меня, как бы, мой аппарат работает так. Я четко знаю его параметры. Когда у меня температура в кубе 86 градусов, температура в дефлегматоре при пустой царге у меня поднимается до 72 градусов. И начинает конденсироваться самые летучие фракции. То есть ацетоны, эти, как же они называются, формальдегиды. Вот, всякая ненужная штучка, которая нам в пищевой фракции, в готовом продукте не нужна. Так как я делаю одинарную перегонку, то хочу очень точно по температурному режиму отобрать головы. То есть я не хочу проскочить именно температуру 72 градуса в дефлегматоре, начало кипения самых летучих фракций спиртов. Это соответствует 76 градусов в кубе. Я собираю аппарат, друзья, включаю нагрев, и как только начнут капать первые капли голов, я вернусь к вам. Температура в кубе достигла 87 градусов, и я уменьшил нагрев. Напряжение сейчас поставил 130 вольт, чтобы нагрев происходил очень плавно. Мне важно, чтобы температура не поднялась выше 88 градусов в кубе. И вот в колонии температура сейчас 58-59 градусов, она начала подниматься возле дефлегматора, как мы видим.
И тоже надо не пропустить момент, остановить нагрев, когда температура в колонне достигнет 72 градусов. Это температура, когда начинают закипать самые летучие фракции. То есть я уменьшил нагрев и сейчас начну отбирать первую часть, головные фракции или головы, как мы их называем. Вот, друзья, начали конденсироваться первые капли головных фракций. Отбираем очень медленно, то есть нагрев уменьшили до минимума, чтобы температура поднималась, как и в прошлый раз, на 1 градус в час, не больше. И отбираем вот так вот покапельно, ни в коем случае не струей, так как мы делаем одну перегонку. Если мы будем отбирать струей, то, во-первых, не все головы успеют испариться, и, во-вторых, тело туда попадет, то есть туда уже попадет пищевой спирт, а это нам совершенно не надо терять качественный продукт. Поэтому запасаемся терпением и вот в течение часа отбираем 200 мл голов вот так вот покапельно. После этого начнем отбирать тело, замеряем, естественно, спиртозность голов, чтобы у нас было с чем сравнивать с предыдущим результатом. И начнем отбирать тело. Накапало 200 грамм голов и проведем органолептический тест. Набираем продукт, растираем между пальцами, нюхаем. Не должно быть характерного запаха ацетона. Запаха ацетона нету, поэтому можно отбирать пищевую фракцию начинать. Причем я ее буду отбирать таким же темпом, очень неспешно. Сейчас у меня температура 89,5 градуса в кубе, почти 90. Вот, и я буду отбирать со скоростью, ну вот такой же, поднимать температуру со скоростью 1 градус в час. Померим спиртуозность голов. Что у нас тут получилось? 80 градусов, так же как в предыдущем. Чуть-чуть меньше, 79 может быть. Почему спиртометр всегда пытается обернуться к тебе задней стороной? Вот сколько не ставишь его... Интересно, если мензурку поворачивать, что-то изменится? О, да, изменится. В общем, друзья, покапельно отбираем тело, отбираем до 35-40 градусов в струе, как кому хочется. Я буду, наверное, до 35, а может даже до 30. Буду смотреть, какое, если не будет характерного сивушного запаха, то буду до 30 градусов отбирать. Ну, в общем, я начал отбирать тело, поднимаю температуру со скоростью 1 градус в час, медленно, покапельно отбираю тело. И когда закончится отбор, замеряем спиртуозность и проведем, так сказать, дегустацию одного и второго продукта. Ну вот, прошло 5 часов. Спиртозность в струе упала до 30 градусов спирта. До 30%. И остальное я буду как бы отбирать уже в хвосты. Это сейчас перемешаю и замеряем общую спиртозность. Итак, слива на диких дрожжах без добавления сахара. Получилось 3 литра, 3 литра готового продукта спиртозностью 60 градусов. То есть с добавлением сахара у меня получились вот эти вот две баночки, 4 литра, тоже 60 градусов. А на диких, ну, с добавлением сахара и на культурных дрожжах. А на диких дрожжах без добавления сахара получилось 3 литра 60-градусного продукта. Сейчас, друзья, я разведу до 50 градусов. Развожу не до 40, а до 50, потому что буду заливать его в бочку. Вот, покажу, сколько всего получилось 50-градусного продукта. И продегустируем. Я развел сливовицу фильтрованной водой, фильтровал воду через систему обратного осмоса, ну и плюс вода сама артезианская. Вот, фильтрую ее, ну, чисто по привычке. В принципе, если хорошая артезианская вода, то можно не фильтровать. Не забывайте, друзья, что когда разбавляете водой, в сосуд надо вначале, ну, в банку в данном случае, вначале налить воду, а потом туда добавлять уже алкоголь. Не наоборот, не добавляйте воду в банку, ну, вот, с продуктом. Потому что может помутнеть. У меня несколько раз случалось такое. Ну, поначалу, давно, конечно, когда я только начинал свою практику, случалось такое, что мутнело, причем непонятно почему. И хотя, в принципе, ну, какие-то реакции происходят. Я знаю, что вот воду в спирт нельзя лить, надо лить спирт в воду. То же самое и с крепким алкоголем.
То есть наливаем, когда разбавляем, вначале воду, и потом туда добавляем уже алкоголь, не наоборот. Итак, друзья, попробуем сейчас, и как бы по количеству. Везде 50 градусов, везде 50 градусов спиртуозности. То есть что здесь у нас 50 градусов? Ну, не видно, конечно, в банке. Но 50 градусов, надеюсь, вы мне поверите. Вот. Что здесь 50 градусов? То есть, если бы я делал 40-градусную для... Вот здесь это более полное, хорошо видно. Если бы я делал 40-градусный продукт, то получилось бы, наверное, ну, плюс пол-литра. Плюс пол-литра. Значит, на диких дрожжах у меня получилось 4 литра продукта. На культурных дрожжах с добавлением сахара получилось 5,5. Ну, почти 6 литров продукта. 5,5, я считаю, банки неполные. Это и там было изначально 25 литров браги, как вы помните. Ну и, собственно говоря, сейчас я подготовлю посуду и буду дегустировать. Ну, друзья, вот, собственно говоря, получилось. И попробуем, что получилось. Первую пробуем слива на культурных дрожжах с добавлением сахара. Очень, очень приятно пахнет. Ну, на вкус вообще замечательно. Вкус сливки. Причем напиток получился немножко сладковатый. Но очень классный. Мне очень нравится. Супер. Ну и попробуем сливу на диких дрожжах без добавления сахара. Значительно более такой свежий и более утонченный аромат сливы. Ну, это естественно. Он не испорчен дополнительной крепостью, не испорчен культурными дрожжами, не испорчен дополнительным сахаром. Ну и, соответственно, вкус. Более ярко выраженный вкус сливы, что совершенно не мудрено, потому что практически мы сделали сливовое вино, и из него уже сделали сливовицу. Сливовое вино, по-моему, сливянка называется. Замечательный вкус. И тот напиток удался. Но главное, четко понимаем, хотим продукт вкуснее, получаем меньше. Хотим продукт больше, получаем менее вкусный. Хочу сказать несколько слов о выдержке. Ну, в первую очередь, продукт можно развести до 45-40 градусов, как кому нравится. Я вообще считаю, что 40 градусов – это изобретение Советского Союза. И любой дистиллят, ну, так же, как и виски хороший, должен быть спиртозностью 45 градусов. Но если кто-то привык 40 градусов, можно развести на 40 градусов, дать напитку отдохнуть. А еще лучше окислить напиток. Окислить напиток я использую аквариумный компрессор. И вот такой вот камушек. Если вы хотите употреблять сразу, даем сутки отдохнуть. Потом помещаем туда аэратор, включаем компрессор, соответственно, и аэрируем напиток хотя бы 10 минут. Если мы хотим сделать выдержку, простая выдержка, мы можем выдерживать с помощью дубовой щипы. Я использую вот такую вот дубовую щипу сильной обжарки. Покупаю ее в магазине «Экозвар». Как бы в интернете можно найти «Экозвар». Это украинский магазин и работает в Украине. Я думаю, что, дорогие друзья и подписчики из Российской Федерации, вы знаете, где в России купить дубовую щепу. Как можно выдерживать? Выдерживать можно прямо в банке. Я беру рюмку, ну, обычную водочную рюмку, насыпаю туда щепы, выбрасываю ее в банку и оставляю на месяц. В течение этого месяца я точно так же компрессором раза два аэрирую по 10 минут. Напиток должен окисляться. Как вы знаете, если напиток выдерживается в дубовой бочке, дуб гидроскопичен, помимо того, что теряется алкоголь, вовнутрь проникает кислород. И вот этот естественный процесс мы таким искусственным окислением заменяем. Но второй вариант — в дубовой бочке. Выдержка, я считаю, самый правильный. Я буду выдерживать в дубовой бочке. Соответственно, в дубовой бочке я буду выдерживать год за год за счет того, что спирт проникает через поры дуба и испаряется, равно как ну, полностью весь напиток. В 10-литровой дубовой бочке за год теряется литр напитка.
так называемая доля ангелов. Вот. Я делаю напиток крепостью 50 градусов, и через год получу отличную сливовицу крепостью 45 градусов. Не забывайте, друзья, что дубовая бочка не вечна, она тоже истощается. После третьей-четвертой выдержки, после третьего-четвертого года дуб практически теряет свои свойства. В промышленных условиях бочку разбирают и по новой прожаривают. В наших условиях 10-литровые бочки у нас нет возможности разобрать и прожарить по новой. Поэтому, если бочка уже идет на четвертый круг, на четвертый год, тоже туда придется добавлять хотя бы на 5 литров рюмочку вот этой вот дубовой щипы сильной прожарки. Можно, конечно, использовать и средние прожарки щипу. Кому как нравится, это дело вкуса. Попробуйте так, попробуйте так. Ну, в общем, наверное, друзья, что касается сливовицы, я рассказал все, что знал. Честно старался поделиться всеми секретами и всеми нюансами. И очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, друзья. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые видео, друзья. Следующим видео будет дистилляция... Ну, следующим видео на тему алкоголя будет дистилляция... чачи, которую я, вот она у меня уже бродит, ну, сбродила здесь. Я, собственно говоря, завтра вот займусь уже съемкой видео и непосредственно дистилляцией. Также в ближайших планах у меня снять видео о том, как сварить пиво для начинающих. То есть пошаговая инструкция, самый простой рецепт домашнего светлого пива. Вдумайтесь, хорошее, качественное пиво вообще без химии и без консервантов обходится в среднем в 3,5-4 гривны. Это где-то 15 долларовых центов за бокал пива. А по вкусу, поверьте, оно превосходит ну, практически все отечественные сорта пива. Я не знаю, что туда добавляют, их варят из ненастоящего солода, но это отдельно, я все расскажу в видео о пиве. Ну, в общем, друзья, все. Спасибо за внимание, всего доброго, пока.